Полиция оштрафовала одного из хулиганов, который дразнил льва в Карагандинском зоопарке. По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, сотрудниками Михайловского отдела полиции города Караганды в ходе поисковых мероприятий установлены двое жителей города, которые 2 июня кидали камни в вольер со львами. Дразнили их, перебравшись за ограждение в зоопарке города. Данный факт зарегистрирован по статье «Мелкое хулиганство». В отношении 28-летнего жителя составлен административный протокол, и теперь ему предстоит выплатить 10 МРП, а это 25 250 тенге. Второй нарушитель, 23-летний житель, выехал в Шымкент и будет привлечен к ответственности после возвращения.